Всем привет! Мы буквально только что пришли из магазина. С улицы, с мороза, там все в снегу. Мы пошли в Лидл купить вот этот торт, потому что каждый год, уже третий раз к Дню влюбленных, мы покупаем этот торт. Он очень вкусный, и в прошлом году меня просили показать разрез, какой он внутри, потому что на упаковке это нигде не указано. В этом году, когда будет праздник, обязательно мы его разрежем, и я покажу вам, какой торт внутри. И как это водится, в последнее время у нас каждая закупка в Lidl, неважно зачем мы идем, у нас набирается целый огромный пакет. И сейчас мы набрали тоже огромный пакет, потому что опять были скидки в Lidl, но на этот раз никакой свинины или курицы в нашей закупке вы не увидите. Красную рыбу тоже брать мы не стали, честно, уже надоело. И мы набрали много всего, очень вкусного, очень интересного, поэтому я обязательно хочу вам это показать сразу, буквально вот только зашли с магазина, и расскажу вам, покажу, что мы купили. Давайте разбирать пакет. Так, про торт я вам уже сказала, здесь 700 грамм, и стоит он 4 евро 99 центов. Прям вот реально каждый год он в Lidl продается. Дальше. Креветки со скидкой 50%, получается за 1 евро 64 цента, здесь 250 грамм. Килограмм, если что, за 6 евро 60 центов выходит. Это большие креветки. Раз, два, три, четыре и 5. Мы купили килограмм, 250 грамм креветок, потому что мы обожаем креветки, такую скидку упускать нельзя. Это действительно крутое, классное предложение. Мы будем делать их в кляре, мы будем их варить, возможно, мы сделаем пасту. Еще те морепродукты с прошлого раза мы не съели, так что это очень здорово. Повезло нам на этот раз на полном серьезе. Яйца, их взяли за 1,29. Потом, гуляш из оленины. Но мы тоже не смогли пройти мимо. На самом деле там внутри вот такие кусочки мясные, без соуса. Написано, что руками их порезали. В общем, так, здесь полкилограмма, 3,49. Там внутри нет никаких овощей, только мясо. 3,49 за полкилограмма, скидка 50%, естественно, мы купили. И знаете, мы сначала взяли одну пачку и отошли. Потом подумали, муж сказал очень умную вещь, то что оленина по цене говядины, потому что за килограмм получается у нас 6,99. В общем-то, глупо не взять, правильно? Поэтому мы взяли еще вторую коробку и третью. Теперь у нас есть 1,5 килограмма оленины и 250 креветок. И это, естественно, еще не все. Мы прошлись по вкусняшкам и дальше. Что приготовить на гарнир к гуляшу из оленины? Мы так подумали, что, наверное, на День влюбленных мы и приготовим. Купили такую стручковую фасоль в беконе. Тоже попробуем. За 1,45 здесь 360 грамм. Никогда не пробовали. Думаю, будет вкусно. Ну, должно быть, по крайней мере. А на случай, если Дима у нас не будет есть стручковую фасоль, хотя он любит стручковую фасоль, но на всякий случай взяли еще такую картошку. Тоже мы никогда не брали. 1,20. Она вот уже... Куда я вам показываю? Она вот уже с такими формочками, сделанная... Не знаю, в общем, попробуем. От Deluxe, в принципе, в Lidl обычно все вкусненькое. Дальше. На десерт взяли тоже попробовать такие кнёдели. Внутри они с шоколадом, 6 штучек за 79 центов. Там было много коробочек, но мы взяли одну попробовать. А, говорила, курицы нет, обманула, потому что забыла. Да, взяла еще такую курицу в маринаде за 1,49. Тут куриное филе, не знаю, или гриль сделаем, или пожарим. Что-то тоже, в общем, приготовим. Еще из интересного. Та-дам! Дорадо. Последний раз дораду мы покупали, когда были в Хорватии. Это получается 2 года назад. Поэтому сейчас с огромным удовольствием снова взяли. За 2,95, конечно, скидка помогла нашему удовольствию. За 2,95 такая рыбка, здесь 537
грамм. Муж у меня шикарно готовил дорадо, потому что мы еще тогда ходили в ресторане, ели, и вот у мужа вкуснее вышло, чем в ресторане. И, конечно же, одной рыбки на семью мало, поэтому мы взяли две. Здесь 440 грамм, рыбка уже поменьше, за 2,42. Такие у нас, ну, прям деликатесная закупка. Как я уже сказала, красная рыба, правда, надоела, поэтому дораду мы съедим с удовольствием. Теперь к обычному. Взяли бутергемюзы, их я добавляю в суп, дети очень любят. Большой бокс суши. Давайте, наверное, здесь его я тоже вам скажу отдельно цену, кому интересно. 5 евро 99 центов. Family Box называется. Но на самом деле, на мой взгляд, это на одного порция, чтобы вот хорошо поесть, наесться. И что еще мы взяли? Сливки. 2 упаковочки. И сметану для готовки. Вот такая закупочка у нас вышла в Lidl. Смотрите, ну много всего. И все, на мой взгляд, такое деликатесное, дорогое. Поэтому общая сумма чека у нас вышла 41 евро и 44 цента. Давайте чек я вам тоже покажу. Такой у нас чек. Смотрите, опять везде скидочки по 50%. И вот эти копеечки, это опять был в приложении Lidl Plus купон на 1 евро при покупке от 10. И, соответственно, как обычно, его разбивают по позициям. Вот, смотрите, на бутергемюзе тоже по приложению Lidl Plus была еще скидка 10 центов отдельно. Так, давайте еще раз. Такой вот у нас чек, такая у нас закупочка. Жмите на паузу и смотрите, кому интересно. А еще у меня сегодня день рождения. И вот эти цветочки подарил мне Дима, наш старший сын, что мне очень приятно. И вот эти суши тоже по этому поводу. Это Диме будет у нас на ужин. А себе мы возьмем на заказ суши, потому что он не любит такие, которые, знаете, там совсем уж деликатесные, с угрём или что-то в этом роде. Поэтому себе мы закажем, а ему купили в Lidl. Давайте мы с вами откроем посылочки. А вот эта посылка пришла моему мужу. Он разрешил мне тоже ее открыть. Небольшая предыстория. Моему мужу очень нравятся мои часы. У меня 4-й Mi Band от Xiaomi. Ремешки только меняю, кстати, надо заказать. И пользуюсь я им уже год. У моего мужа были другие умные часы. Они утонули, хотя не должны были. Естественно, по гарантии мы их отправили, нам вернули деньги, муж заказал себе новые часы, другой модели. Они ему тоже как-то, не знаю, разонравились, и он решил перейти тоже на Xiaomi. И заказал себе часы, которые я теперь не могу достать. Все супер тщательно запаковано, смотрите, пакеты, внутри в них пакеты. Вот так мы сделаем с вами. Та-дам! Mi Band 5. Умные часы от Xiaomi. Красивая коробочка. Все, как я люблю. И давайте сразу здесь мы тоже откроем. Ах, лишаю мужа такого удовольствия. Открывание посылочек, это же всегда самое интересное. Особенно, когда сильно ждешь. Он прям каждый день ждал, но не было конкретной даты доставки. И он все ждал, ждал. И дождался. Сегодня привезли. Сейчас мы с вами это дело вскроем аккуратненько. С упаковочкой надо быть аккуратными. На гарантийный случай. Вот такие часики. Смотрите, очень похожи на мои, да? Я бы даже прям могла подумать, что у меня тоже пятерка. Но нет, у меня 4. В принципе, ремешок у меня, кстати, тоже был такой же. Черненький, оригинальный. И что? Кстати, комплектация у них минимальная. Здесь идет зарядка. Там вообще ничего не открывается. Вот зарядка, кстати, отличается. Здесь, получается, подключаются часы туда. А я вынимаю постоянно часики и вставляю их в зарядку. И все, здесь внутри у нас инструкция, и больше в коробочке ничего нет. Вот такие часики будут у моего мужа.
И вторая коробочка, она уже для меня. Ее мы тоже сейчас с вами быстренько откроем. Найдем только вход. Это посылка на тестирование. Она от сайта TR&D. Ссылочку на видео, где можно посмотреть о тестированиях, я оставлю в описании. И на сайт TR&D тоже. И здесь у нас от El Vital, от L'Oréal. Чудесная вода для укрепления волос. Нужно наносить и ждать чуда. Посмотрим. Так, и здесь у нас еще, смотрите, глубокий ополаскиватель Repaid, тоже для восстановления волос, и пробнички No Frizz Serum, то есть серум для волос. Смотрите, целых три разных средства, оригинальные, и здесь с пробничками. И тут у нас что? Смотрите, по коду WANTWATA20 можно получить скидку на Amazon при покупке. Давайте мы с вами посмотрим, эти коды одинаковые. Да, коды все одинаковые. Так что, если кому-то надо, сканируйте, ну или я ссылку могу оставить, и можно получить 20% скидку на вот это средство. Ну, а я пока его буду тестировать. Так, кто в прошлый раз не верил, что мы ходили по снегу босиком? Ой, холодно. Ходим босиком по снегу, закаляемся. Следы надо оставить на снегу, где никто не ходил. Молодец. Полежать точно не хочешь? Или обтереться?